Всем привет! Сегодня мне захотелось сделать что-то нежное, и это будет всеми любимый французский маникюр. Перед покрытием гель-лаком я запиливаю ногтевую пластину бафом, а затем буду обезжиривать. Затем я наношу базу на ногтевую пластину. Базу я наношу немного втирающими движениями. Затем я буду наносить вот такой оттенок гель-лака на ногти. Наносить я его буду в два слоя, каждый слой просушивая в лампе. Вот такой у меня получился оттенок гель-лака. Затем я буду тонкой кистью наносить французский маникюр. Французский маникюр сегодня я хочу наносить гель-краской, но также вы можете наносить его обычным белым гель-лаком. Наношу финишное покрытие на ногти и буду крепить стразы. Затем я воспользуюсь тонкой кистью для того, чтобы закрепить стразы. С финишного покрытия я убрала липкий слой и буду наносить дизайн. Дизайн я наношу гель-краской, а затем буду просушивать его в лампе.
всем, кому этот дизайн понравился, ставьте лайк, а также не забывайте подписываться. До скорых встреч!